Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и это такой небольшой подкастик, поговорить на накипевшие темы, которые уже меня сидят, не знаю, где бы показать, но сидят уже везде, так же, как и у вас, ребята. Поэтому вот такое небольшое видео, чтобы объяснить, ну, в принципе, все, что вас интересует, все, что вам может быть интересно. И чтобы я уже не повторял по 30 раз и больше. Во-первых, ребята, о чем я хочу поговорить, это о том, о выходе игр. То есть, как сейчас вы видите, многие люди спрашивают, а где Пиксельмон, почему нет Пиксельмона, вот ты начал там проходить метро, вот ты начал там проходить Dead Island, и Пиксельмон выходит там, одна серия там трое суток, да, то есть 3 дня, одна серия в 5 дней. То есть раньше, если выходило там по одной серии в день, иногда, когда у меня там отличное настроение было, то вообще выходили по 2-3 серии в день. 3 редко, но 2 было часто, ребята. И да, ну, многие тоже могут заметить, что я начал проходить другие игры, и число выкладывания серии Пиксельмона, ну, где-то в 2-3 раза меньше стало. Ребят, я уже говорил много раз. То есть, не я решаю, когда выходит серия. Не, ну, конечно, я решаю. Но даже в более так случаев, то есть вы больше решаете, когда выйдет серия, чем я. Ребят, я уже говорил много раз, я сейчас еще раз повторю. Если выходит серия, да, и, например, там за 10-15 часов она набирает там 30-40 лайков и еще где-то там 500-600 просмотров, то нету смысла даже выкладывать серию, ребята, новую. То есть, если там за один день набралось там 40 лайков, то зачем я буду выкладывать новую серию, если ту серию даже люди еще не то что... Ну, не все люди понравилось. То есть раньше, если у нас на сериях было такое, что у нас там просто зашкаливало там по 100 и больше лайков и по 1000 чем-то просмотров, то сейчас люди или отвыкли как-то ставить лайки, или уже не знаю, может, они не знают, где ставить лайки, потому что тоже, знаете, там свои нюансы меняются. Раньше, если там была кнопочка лайк, то есть нравится, то сейчас вроде нужно нажимать на сам пальчик, где-то маленький пальчик где-то сбоку поставлен, тоже типа они меняют оформление, как бы, ну, оформление лайков, и тоже все люди могут тоже не знать, но это вариант, ребята. Так как я сейчас, ребята, говорю, все зависит от вас. То есть смотрите, вы любите, например, Пиксельмон, да, вот одна серия Пиксельмон. Утром вышла одна серия Пиксельмон. Ребят, не ленитесь, ставьте лайки, комментируйте. То есть мне очень важна ваша поддержка. Я не знаю, все ли понимают, но когда вы, например, там ставите лайки, когда видно, лайки набираются, когда видно, что комментируют, то есть людям интересно, и то есть люди высказывают свое мнение им, и свое мнение мне, и то есть я читаю их мнение, мне это тоже интересно. То есть я вижу, что выложил я там серию, да, там за пару часов набралось там лайки, комментарии, как было раньше, да, как у нас раньше было. Если вам нравится, вы ставите лайки. Когда у нас набирается 100 лайков, в тот же момент выходит новая серия. Ребята, мне же даже приятнее, например, когда вы ставите лайки, я могу в день, ну, не буду говорить так, что я могу, но я буду стараться выкладывать и по 2, и по 3, даже по 5 серий Пиксельмона в день. Главное, чтобы вам нравилось. У нас же так раньше было, ребята. То есть, выкладывал я серию утром, да, через, например, 5 часов ребята как бы посмотрели, все понравилось, оставили там свои комментарии. Вот, отлично, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай следующую серию. И я вижу, что лайки тоже потекли. То, ну, потекли, да. Пошли, да. То есть, 10, 20, так дошло до 100. Вижу 100 лайков, отлично. В ту же секунду выкладываю новая серия. Новая серия вышла. На новой серии опять за пару часов 100 лайков набралось. Новая серия. Еще новая серия. Еще 100 лайков. Новая серия. То есть, ребята, зависит все от вас. Если вам нравится Пиксельмон, то не ленитесь ставить лайки, не ленитесь комментировать. Можете задавать любые вопросы, что только вам угодно. Только прошу не задавать, когда сборка, что там на твоем сервере, что там еще такое, потому что это уже много раз было, я уже много раз отвечал, и еще столько раз отвечать не хочется. Ребят, я говорю, все зависит от вас. То есть выходит серия, вам нравится? Ура, комментируйте. Вот на тебе, Эдисон, комментарий. Читай и зачитайся. На тебе лайк.
Отлично, 100 лайков набралось, ребята. Вам нравится Пиксельмон? В ту же минуту выкладываю новую серию. Смотрите, если вам нравится. Нравится? Поставили лайк. 100 лайков набралось. Бам! Новая серия. И так может выйти, ребята, не одна серия в 2 дня, не одна серия в 3 дня, даже не одна серия в там 4 дня, когда вообще толком серии Пиксельмона не выходит. Зависит от вас, ребята. Если вы пишете, что вам нравится Пиксельмон, то не ленитесь комментировать и не ленитесь ставить лайки. То есть, если вам нравится, коммент, лайк, набралось много лайков, комментов. Ребята, держите, еще одна новая серия. Также это касается других игр. Конечно, не все рады видеть, как я играю там в то же метро, в те же другие игры. То есть не всем нравится прохождение игр. Я это понимаю, потому что, можно сказать, все люди привыкли к Пиксельмону, да? То есть не всем может нравиться прохождение новых игр. Я это понимаю, но... То есть могут быть и такие люди, которым это нравится, и согласитесь, ребята, что нужно иногда и разнообразие. То есть у меня тоже бывает в месяц такие, как бы это сказать, такой период, знаете, ребята, когда ты там, как я говорил, выкладываешь там одну, две, три серии в день, когда ты просыпаешься и только Пиксельмон, Пиксельмон, ложишься спать, просыпаешься, Пиксельмон, Пиксельмон. То есть, когда тебе уже немного начинает подташнивать, то есть я не говорю, что не нравится, но когда тебе уже начинают что-то так, знаете, давить, во что бы поиграть, то есть у меня такое иногда бывает, когда я вот так сижу, 3 часа, что-то там клацаю, думаю, что мне хочется. Я перезахожу во все игры, которые у меня есть, ребят. Нет, что-то чувствуется, нет, это не эта игра. Захожу в какую-то онлайн-игру. Нет, это не это, ребята. То есть у меня такое бывает, что меня уже просто начинает немного подташнивать от Пиксельмона, и мне хочется пройти какую-то новую игру, во что-то новое поиграть, в какую-то онлайн-игры. Ребят, вы тоже понимаете, потому что когда я начинаю играть в какую-то игру, мне пишут, не нужна новую игру, давай Пиксельмон. Если 24 часа в сутки, 30 дней в месяц играть в Пиксельмон, то, ребята, действительно, уже не будет иногда подташнивать, а уже будет тошнить. Если, например, там, я играю в Пиксельмон, дайте мне хотя бы там 3-4-5 дней в месяц отдохнуть от него, пройти в какую-то новую игру. Ребят, как вы заметили, в данный момент выходит по 2-3 видео в день. Ребят, я стараюсь, хотя у меня сейчас и немного времени есть. Я иногда, бывает, прихожу домой в 10 часов ночи. А когда я прихожу домой в 10 часов ночи, что мне хочется? Даже в душ не хочется идти, просто завалиться и выключиться. Но я и так, ребята, для вас стараюсь, потому что ребята, я и так для вас стараюсь, и метро выходит. И вот сейчас я кооператив начал проходить. Может, потом еще какие-то игры пройду. Например, там меньше чем через неделю выходит новая игра, я тоже, может, ее пройду. То есть, да даже не то, что новые игры будут выходить, а можно даже старые пройти, если они, в принципе, отличные. Поэтому, ребята, я не знаю, кто-то еще смотрит до этого момента, может, кто-то просто посмотрел, увидел, там Эдисон что-то говорит, да, даже наушники не одел, что-то пофиг, там правильно он что-то говорит, неправильно, выключил, даже внимание на слова не обращает, но кому нравится Пиксельмон, кому нравятся другие игры, тот может все-таки до этого момента уже и смотрит, сколько тут, 8 минут уже идет. Но, ребята, еще раз говорю, я стараюсь для вас. Да, иногда у меня тоже такое бывает, я соглашусь, когда я играю в Пиксельмон, да, какую-то начну другую игру проходить, и, в принципе, все, что-то я забыл про Пиксельмон, я начал проходить другую игру, я только в нее играю, в Пиксельмон, в принципе, толком даже и не играю, то есть... другую игру играю. Я это тоже прекрасно понимаю, ребят, но я говорю, иногда там пару дней в неделю нужно расслабиться, что-то другое поиграть. Поэтому, ребята, я вам еще раз говорю, если вам нравится Пиксельмон, если вы так пишете, что не надо другие игры, давайте Пиксельмон, я не буду говорить, ну почему Пиксельмон, ну ребята, давайте другие игры, да, это тоже иногда нужно. Но если вам нравится Пиксельмон, то докажите, что он вам нравится. Хотите больше серий, забабахайте лайк. Хотите еще больше серий, поставьте комментарий. Хотите еще больше серий, напишите Эдисон, там ба-ба-ба-ба-бам, давай еще новую серию, мне нравится. То есть, если я увижу, что вам действительно нравится, что люди тянутся к Пиксельмону, отлично, ребята, я буду сидеть и ночью, но я буду записывать серии, то есть будут серии, и днем выйдет новая серия, и обедом выйдет новая серия, и вечером выйдет новая серия, и ночью выйдет новая серия. То есть
Да, 2-3 серии, 4 серии Пиксельмона может только в один день выходить. Поэтому, ребята, в принципе, я вам говорю, также и с метро, также с другими играми. Если вам нравится, лайк, пишите, если вот мне нравится эта рубрика, мне нравится эта игра, я хочу, чтобы ты продолжал в нее играть. Потому что я вижу, что некоторым людям нравится, но некоторым людям также не нравится, потому что они пишут, что мне не нравится, давай Пиксельмон. Я это тоже прекрасно понимаю, ребята, у всех разные вкусы. Но я еще раз говорю, все зависит от вас. То есть не надо, ребята, мне писать, что ты забыл о Пиксельмоне, у тебя очень редко выходит Пиксельмон. Я это тоже замечаю, но это, по крайней мере, касается вас тоже в это число, ребята. То есть, я говорю, если раньше там за 3-4 часа 100 лайков набирался, теперь за день 40 лайков набирается. Это, в принципе, в какой-то степени и вас касается. Если вам нравится, не ленитесь ставить лайк, поставить лайк, ребята. И вы сами увидите, что вам больше не нужно будет писать, где Пиксельмон, а чё Пиксельмона нет. Потому что если вы будете ставить лайк, я увижу вас, что вам это нравится. У меня самого почувствуется мотивация, что я хочу играть в Пиксельмон. И я начну играть в Пиксельмон. Не скажу, что день и ночью, но много времени я буду в нем проводить. То есть буду для вас стараться больше делать серии Пиксельмона. Поэтому, ребята, зависит от вас, если вам нравится, говорите за себя. Это во-первых, ребята, что я еще хотел сказать, это то, что вопросы, да, то есть люди, которые задают какие-то вопросы, я на них или не имею времени отвечать. Или, например, кто-то задал вопрос, я ответил. Через день опять кто-то задал такой же вопрос, я ответил. Через день еще кто-то задал такой вопрос, я ответил. Еще через день, да твою мать, да я же ответил. То есть есть люди, ну как бы я понимаю, то есть не все следят за тем, что я отвечаю, да, могут быть, которые переспрашивают, переспросят, переспросят, переспросят. Поэтому, ребята, я создал отдельную тему ВКонтакте, ссылочка в описании. Вы туда можете зайти, задать любой вопрос на любую тему, которая вам только в голову придет, но просьба не спрашивать о сервере, о том всем, потому что это как бы другое отношение вообще имеет. Вы можете там спросить, кто я, что я, сколько мне лет, хочешь ли ты в то играть, хочешь ли ты пройти ту игру, что тебе нравится. Короче, вот это все, ребята. Также вы можете, в принципе, задавать эти вопросы в любой игре, то есть под любым видео, да, там Пиксельмон задал вопрос, я как бы все комментарии, ребята, я читаю комментарии под всеми видео, поэтому вы можете писать, ну как бы под всеми видео, которые выходят, да, если вы там написали комментарий под видео, которое вышло месяц назад, то я, конечно, не прочитаю. А все новые видео, которые выходят, вы можете под любым новым видео задать свой вопрос, и я прочитаю. И у нас будет, ребята, такая не рубрика, а как бы, ну, если набирается как бы нормальное количество вопросов, да, то есть в неделю вы там позадавали кучу вопросов под видео, в теме ВКонтакте, то есть если там насобиралось 10, 15, 20 разных адекватных вопросов, на которые можно ответить, на выходные выходит видео, где я вот так сижу и отвечаю на все ваши вопросы, то есть читаю вопрос, ответ, читаю вопрос, ответ. И кто будет спрашивать еще что-то такое, на что я уже ответил, и просто кидаю им ссылку, держи, чувак, я уже тут все ответил, читай, сколько влезет, слушай, сколько влезет. Поэтому, ребята, в принципе, я уже на все, ну как на все, я уже все сказал, что я хотел. Я не знаю, действительно кто-то еще до сюда дошел, там 15 минут уже где-то. Но, ребята, что я хотел сказать, я сказал, потому что и у меня уже накипело, и у вас. Потому что спрашивают люди, где Пиксельмон, где новые серии, я сейчас уже вам все объяснил, ребята. То есть, все объяснил. Больше зависит от вас, чем от меня. Потому что если вам нравится, мне начинается нравиться в том числе то, что я делаю. И у меня появляется больше мотивации делать для вас то, что я делаю, потому что я вижу, что вам это нравится. Поэтому, ребята, не забываем ставить лайки, не забываем комментировать, не забываем меня вдохновлять. Я все сказал, что я хотел, ребята. С вами был Эдисон, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!